Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Западносибирский очаг холода связан с отсеченным высотным циклоном, который поддерживает его существование плотными полями облаков с осадками. А теперь о погоде более подробно. В понедельник, 14 августа, в Новосибирске временами дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 2-7, порывы до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 6-8 градусов, а в дневное время воздух прогреется до плюс 15-17. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.